За безопасностью детей и сохранностью квартиры челябинцы могут следить даже с другого конца города. Это позволяет современная система видеонаблюдения. Ну а как она устроена, Иван Лежнин расскажет. Делают уроки или играют в игры на компьютере. Наблюдать за своими детьми Сергей Полагалов может как из соседней комнаты, так и с другого конца города. Для этого мужчине нужен только телефон. На него идет сигнал с камеры, установленной в детской спальне. У нас трое детей, поэтому мы наблюдаем одновременно, как младшие делают уроки, занимаются с репетиторами, вот, какие каналы смотрят на телевизоре. Вот, и видим также, во сколько приходит, уходит старший ребенок. Теперь южноуральцы могут не беспокоиться за безопасность своих близких и сохранность имущества. Сервис видеонаблюдения разработал Ростелеком. Камеры ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима, а провайдер обеспечит защиту видеозаписей от киберугроз. В разработках Ростелеком идет от потребностей конкретных жителей, поэтому компания создала экосистему цифровых сервисов. Это и видеонаблюдение, и скоростной интернет, интерактивные телевидения, системы умного дома с датчиками. Все это обеспечивает новый уровень жизни каждого человека, при том очень простым, комфортным способом. По сути, является базой создания умного города. Подключение и настройка видеокамеры занимает всего несколько минут. Видео с камер хранится в облаке в течение 7 дней. Записи можно просматривать в любой удобный момент. С помощью приложения можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео. Иван Лежнин, Юлия Савосина, Евгений Чекалов, ОТВ.